Друзья, всем привет! Меня зовут Константин Горбунов, и сегодня в очередной части болтовни, которую я выпускаю обычно по выходным, когда у меня есть хоть чуть-чуть свободное время, я хочу поговорить о лендинг-пейджах, как бы смешно это ни звучало, и о их будущем. Потому что не так давно в каких-то пабликах я начал замечать, что люди пишут, причем, не знаю, пишут ли сами эти люди, которые довольно опытные, но пишут в их пабликах, что лендинг-пейдж уже не торт, что ретаргетинг – это выдумки, что он не работает, что контекстная реклама уже свое отжила, ну и тому подобное. Давайте поговорим сегодня хотя бы о лендинг-пейдже. Начнем с него, а там дальше посмотрим. Итак, ну, для себя, как специалист по лендинг-пейджам, который делает все-таки лендинг-пейджи с 2012 года, а это очень круто, если кто-то не знает, потому что они в 2012 году только появились в России, то есть три вещи, которые я считаю самыми важными в создании, в принципе, неважно, лендинг-пейджа, сайта, абсолютно не важно. Одной страницы, в рамках одной страницы, в которой вы продаете, на которую вы льете трафик. Это УТП, это схематичность и последовательность и копирайтинг на странице. УТП это, в принципе, и одновременно очень сложно, и одновременно очень просто. Это уникальное торговое предложение, которое вы должны совместить из 5-6-10 конкурентов, которые крутятся вместе с вами в одном виде трафика, например, в Яндекс.Директе, либо в Google AdWords, либо в соцсетях. Смешно то, что в Яндекс.Директе, например, у вас может быть очень много конкурентов, которые продают по 500 рублей ваш товар, а в Google AdWords может быть только один конкурент, который продает ваш товар за 700 рублей, и вы можете там продавать за 700 рублей. Это только начиная с цен. Естественно, есть очень-очень много тонкостей, связанных, возможно, даже с акциями, которые вы можете на лендинг сделать, лимитированность предложения, кем делается услуга, если это услуга, рассказывается о товаре с разных сторон, со стороны... Первое, как внутри он устроен, либо со стороны социального доверия. Например, вы можете показать какие-нибудь интересные кейсы, например, как каких-то знаменитостей, ну или вообще просто обычных людей, чтобы Ваня увидел такого же Ваню только на этом сайте. Второе, это схематичность и последовательность. Что значит схематичность и последовательность? Если вы откроете, например, мою страницу IDLLP, M-Context IDLLP, там, в принципе, все очень довольно последовательно. Я вообще очень люблю лендинги последовательные. Да и вы любите ту информацию, которая дается последовательно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В принципе, вы поэтому, наверное, мои слушатели. В лендинге самую важную роль, я считаю, несет схематичность. В том числе, это касается, тут есть следующий пункт, будет юзабилити, про который я хочу сказать. В принципе, схематичность это практически равно юзабилити. То есть, как только вы правильно все сформировали, у вас все находится на одной странице, а не на нескольких, как на сайте, где надо переходить, искать эту информацию и тому подобное. Ну, сайт это сайт, который продвигается по SEO, по-другому там не сделаешь, а лендинг, он заточен именно на схематичность, чтобы было все понятно, чтобы человек листал сверху вниз лендинг и получал ту дозу информации, которая ему нужна. И последнее – это копирайтинг. Копирайтинг – это одна из самых сложных и важных вещей, которые есть на лендинг-пейдж. Причем я не соглашусь со многими экспертами, которые говорят, что копирайтинг – это так, я типа могу сам написать. Копирайтинг вы действительно можете сами написать, если у вас есть опыт. Если у вас нет опыта, вы пишете обычно какое-то говно. Я буду честным, сколько я не отсматривал и не проводил аудитов лендинг-пейджей, которые вы можете посмотреть на моем YouTube-канале, они в открытом доступе, их куча лежит. Это ужас какой-то. Тот копирайтинг, который используется, обычно это копипаст с другой страницы, ничего не переписано, причем если там на той странице тоже корявый копирайт, то он просто переносится на другую страницу. Чтобы сделать хороший копирайт, конечно, вы сразу его не сделаете. Вы его, ну, во-первых, либо у вас должен быть опыт, либо вы должны
догонять по ходу, скажем так. То есть, например, приходит у вас 5 клиентов, вы спрашиваете у клиентов, чем зацепил сайт и чем он не понравился. Ну, может быть такое, что чем-то он не понравился. И они обычно говорят, чем не нравится. За это, кстати, отдельный фидбэк, за этот спасибо тем людям, которые говорят, что на наших сайтах не так. Вот. И чаще всего они говорят не про схематичность, не про УТП, а говорят именно про копирайтинг. Где-то какой-то косяк. Не понравилась именно какая-то фраза. Потому что люди читают. Как бы смешно ни звучало, вроде 2016 год. Люди смотрят картинки, смотрят видео, смотрят что угодно, но люди читают. Главный вопрос. Как вы будете копирайтинг совмещать со схематичностью? Потому что просто обычную статью написать, SEO-статью на лендинг, уже давным-давно не работает. Нужно, конечно же, очень схематично расписать красивый, правильный, продающий текст. Может быть, он даже и некрасивый, но вам так покажется. Но на самом деле он красивый, потому что он цепляет. Вы все знаете, что красота всех цепляет. И есть еще несколько пунктов в лендинг-пейджах, которые отмечают другие специалисты. Игорь Манн, тоже Артемий Лебедев тот же. Ну, в общем, топы топов, скажем так, боги, хотел сказать, контекстной рекламы, боги создания дизайнов, УТП и вообще интернет, вообще маркетинга, наверное, правильно так сказать. Они выделили вот эти 5 пунктов. Первое – это дизайн. На что лично я не сказал бы, что сильно ведусь. Потому что здесь бывает два типа лендинги все-таки. Это лендинги, которые продают именно какую-то красоту, эстетичность. И там действительно нужен красивый дизайн. И второй вариант это услуги, в которых, в принципе, дизайн не решает никак. Это какие-нибудь строительные или еще что-то. Там можно несколько фотографий красивых, правильно вроде как оформил. И все работает. Доказано практикой. Ну и, собственно, дальше юзабилити как сайта, если уж говорить про сайт, то это очень важный момент, потому что если у вас больше, чем одна страница, то юзабилити очень важную роль имеет. То есть тут просто схематичность, а здесь юзабилити. Сможет ли человек найти эту кнопку? Нажмет ли на эту кнопку? Перейдет ли на другую страницу? Что будет на другой странице? И так далее. То есть очень-очень много вопросов, которые именно касаются юзабилити. Контент. Контент на любом сайте играет важнейшую роль. Вы смотрите мой YouTube канал из-за контента. Вы смотрите мой блог, который есть на сайте mcontext/блог, потому что вы читаете мой контент. Контент, конечно же, будет важен, если вы продаете какую-нибудь услугу, она сложная, и вам нужно ее объяснить. Контент обязательно. Контент важен в отзывах. У меня более 300 или 300, к 400 отзывам, по-моему, уже подходит. Это контент, который нужно правильно разместить на сайте. Все 400 отзывов на лендинг-пейдже вы не разместите никак. Вы совсем сумасшедший, если так хотите сделать. Сервис. Ну, это такое двоякое слово. У всех оно почему-то по-разному ассоциируется. Я могу сказать так, что к сервису можно отнести дополнительные какие-то фишки, а-ля кнопка, шайба Callback Hunter. Сейчас новинка, где идет видео, формат такого же Callback Hunter, где просто ездит за вами видео. В принципе, ничего такого сверхъестественного нет, просто ну, сделать видео, которое просто ездит за вами. Ну, открывается видео и форма захвата, по-хорошему. Что еще? Всякие чаты, живосайты, вообще всплывающие какие-либо формы, ну, какие-то а-ля новые фишки, которые на самом деле уже с 2012 года изъезжены, как незнамо что. Ну и копирайт. Про копирайт мы уже сказали много раз. Вроде бы все сказал, что основное, я считаю, здесь. Это, конечно же, юзабилити, если говорить про сайт, либо схематичность, да, если говорить про лендинг. Это контент. И копирайтинг. Без сервиса все нормально, спокойно работает. Не, от этого не увеличивается на огромные проценты ваша конверсия. Почему спич? Давайте подытожим. Многие говорят, что умирают лендинги. Хорошо, умирают лендинги. Что придет на смену лендингу? Давайте пофантазируем.
Сейчас пришли на смену так называемые мультилендинги. Они пришли еще в 2014 году. В 2015 году они стали популярны. У меня одно из самых популярных видео, по-моему, на YouTube про мультилендинги как раз, где я рассказываю, то ли в 2014, то ли в 2015 году снятое. А мультилендинги тоже отчасти уходят на второй план. Давайте просто подумаем, в чем разница между сайтом и лендинг-пейджем. Давайте я это все сотру. И разберемся. Так, где у нас тут центр? Вот здесь будет центр, да? А с одной стороны у нас будут лендинг-пейджи, с другой стороны сайт. Потому что, в принципе, лендинг-пейдж это сайт, естественно. Ленда-сайт еще многие говорят, или еще что-то. Лендинг-пейджи. Лендинг-пейджи, не забывайте, одна страница, поэтому стоимость разработки лендинг-пейджа ниже отчасти, чем сайт. Опять же, здесь so-so. То есть и там есть подводные камни. Например, можно разработать дешевый лендинг-пейдж, да, при условии, что у вас уже есть копирайтинг, который вы не считаете в разработку лендинг-пейджа, потому что вам не сделают за 10 тысяч нормальный копирайтинг. Ну, хоть вы тресните. Дизайн, наверное, тоже навряд ли сделают, но мы сделаем поправку, что дизайн сейчас сильно не влияет на конверсию во многих нишах, поэтому ее опустим. И самое главное УТП. Вот если вы сами разработаете УТП, тогда можно сделать лендинг за 15 тысяч рублей. Если вы УТП, опыт еще. Потому что многие без опыта пытаются сделать лендинг-пейджи. Это довольно смешно выглядит. Как будто собирать автомобиль, но при этом собирать его первый раз. Он выглядит довольно странно. Возможно, на нем даже нет четырех колес. Вот, УТП. УТП тоже нужно уметь собирать. Если умеете и знаете, как делать, вместе с копирайтингом получаете крутой результат. Схематичность, ну, допустим, мы засунем куда-нибудь еще схему. Вот, получается довольно дешево. С этим получается довольно дорого. То есть по цене получается сайт. Но в сайте есть еще один довольно мерзопакостный момент. В сайте есть много страниц. Много страниц на сайте означает что? Означает то, что, например, вам делают дизайн уже трех страниц, то есть дизайн, ну или четырех, или пяти страниц, то есть у вас дизайн уже дорожает, по-любому. УТП. УТП размазывается, его просто нет. Он никуда не... он пропадает. Копирайтинг. Копирайтинг нужен как на хедере, в футере он должен быть хоть какой-то призывы к действию. И на каждой странице, главное, должен быть какой-то копирайтинг, призывающий к действию. Что тоже проблема. Написать хорошую статью – проблема. Причем хорошую статью, вот мы, например, у нас же блог, и, естественно, я не сам пишу статьи, их делает контентчица у нас, женщина, которая делает у нас статьи, она их пишет, транскрибирует и тому подобное. Как вы понимаете, это довольно сложный процесс, и это стоит денег. Я могу сразу сказать, что бесплатно ничего нет. Поэтому отдельный момент еще мы здесь добавим на контент, который необходимо все равно правильно разместить. Также. Там всякие видео и прочий контент, мы об этом ничего не говорим, потому что это можно разместить на одной странице. Но если вы делаете сайт, самое главное, вы то, что съедает большую часть денег, начнете заниматься SEO. В лендинг-пейдже вы навряд ли этим будете заниматься. Но все-таки сайт обычно делается для SEO, будем честными. И это да, я согласен, тема крутая, но по опыту могу сказать, что если у вас, опять же, опыта нет в SEO, ну, если ниша не конкурентная, повезло, вывезете на SEO. Если у вас опыта нет и ниша очень конкурентная, вам писец. То есть вам придется тратить деньги на SEO. И в любом случае вам придется тратить. Вам придется писать статьи, вам придется хотя бы разбираться со своим там WordPress или какой-то другой CMS-кой. Тратить очень много времени. В лендинг-пейдже вы тратите очень мало времени.
на сайт вы тратите огромнейшее количество времени, это я могу сказать за себя, за других, за кого угодно. Лендинг сделать. Для себя я сделал, наверное, больше, ну, за 50, за 60 лендингов точно на тематике Яндекс.Директ, Google AdWords, там всякие видеоуроки и так далее. Больше 60 лендингов это точно, не считая копий, там где что-то где-то изменено. А на сайт у меня один сайт, в котором сейчас заиндексировано около 300, по-моему, 50 страниц, что довольно мало, потому что должно быть за 1000, за 1500, за 2000, как у моих некоторых конкурентов. На это я потратил 1.5 года. Это просто несоизмеримо. Это очень много и большая трудоемкость. Причем, да, SEO, конечно, дает результат, но давайте теперь дальше поговорим. Есть еще важный момент, о котором мы должны сказать. Это покупная реклама. Покупная реклама – это без ретаргетинга и без ремаркетинга, как мы его называем. Покупная реклама – это значит, что Яндекс.Директ, Google AdWords, таргет ВКонтакте, таргет Facebook, таргет MyCom и прочее, 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 прочее. Что сюда, что на лендинг поедешь, что на сайт вы льете одинаково. Естественно, у вас на сайте будут какие-то страницы захвата, лендинги и так далее, и отдельные страницы. Конверт лендинга и сайта, если у вас тут есть страницы лендинг-пейджа, будет примерно одинаково. То есть здесь хорошая конверсия и здесь хорошая конверсия. При этом здесь вы можете протестировать огромнейшее количество лендингов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Взять, будем честными, можно взять у конкурентов и протестировать их лендинг. Это не обязательно его воровать и использовать за основу. Можно взять, повесить. Я так делал, честно. Ко мне приходил человек и говорил, вот на этом лендинге 15%, а он уже был моим клиентом, и у нас получалось 3%. Чтобы ему объяснить, что это не так, я сделал совершенно простым способом. Это был, по-моему, 13-й год или 14-й, ну, в общем, какой-то такой. Это был в сфере недвижимости. Я взял просто сайт, скопировал, точнее, лендинг. И повесил на нашу страницу. И мы проверили. Оказалось, что вместо наших там 3% получается 0,5%. При этом реклама у нас нормальная и так далее. Я с человеком поспорил, чтобы вы понимали. То же самое и вы можете сделать. Со сайтом так не получится. Такие нельзя делать выкрутасы. У вас и SEO может просесть, и еще какая-нибудь такая хрень. Так делать нельзя. Можно делать только с лендингами. Лендинги универсальны. Они относительно дешевые, потому что протестировать можно большое количество лендингов и найти какой-то лучший вариант. Следующий момент, который тоже очень важен. Я сейчас, опять же, про ретаргетинг ничего не говорю. Очень важный момент, связанный с тем, что каждый год у нас что-то обновляется. То есть у нас что-то появляется новое. Новое в виде УТП. Как здесь, так и здесь. УТП – это значит что-то новое абсолютно. Появляются либо предложения, либо вообще товар меняется, либо услуга меняется, либо еще что-то меняется и так далее. Каждый год, раз в год, one year. Также у нас меняется… Ну, что меняется? Меняются конкуренты. Здесь и здесь. Ну, здесь конкуренты меняются, естественно, меньше, здесь меняются очень часто. То есть здесь нужно постоянно тестировать. Так как конкуренты меняются, неважно, они вместе с вами крутятся, скорее всего, в одном виде покупной рекламы. Да, здесь они все, я имею в виду, меньше меняются, да. В покупной рекламе они меняются чаще. В любом случае придется за ними бегать. Если бегать, значит, надо тестировать УТП, надо тестировать какие-то варианты. В любом случае. Что может быть проще лендинг-пейджа в этом вопросе? Ничего. И в ближайшее время ничего не будет реально лучше. Да, SEO-сайт, конечно, ну, SEO-сайт. Следующий момент, наверное, последний, который я сюда добавлю, это, там видно, надеюсь, ретаргет, ремаркет. Ну, все, что связано с... ретаргетом в Директе, ремаркетом в Гугле, связано с таргетом ВКонтакте, с пикселями и прочим. В общем, вы заливаете всю рекламу. Ну, давайте будем честными.
Здесь в этом есть очень большой плюс. Так как SEO-трафик обычно приходит любой, он приходит холодный. Холодный, теплый, ну, может быть, даже иногда горячий здесь. Кстати, здесь вы заливаете горячий, правильно, трафик? Здесь же вы заливаете три типа трафика. Холодный, теплый, горячий. Любой подходит под SEO. А в Ending Page вы избирательно с покупной рекламой выбираете трафик. Например, только горячий и теплый. То не забывайте, есть еще очень важный момент. Retarget Remarket хорош тем, что вы можете избирать, например, теплый, горячий из дешевого, относительно дешевого SEO трафика и делать из него там, гнать на лендинг пейдж. Это одна из самых прикольных фич, которые я понял для своего сайта, при этом вбухав огромные деньги. При этом Retarget Remarket на лендинг пейдже может работать следующим образом. Человек попал на лендинг пейдж, ему он не понравился, вы можете просто подсунуть ему другой лендинг пейдж, либо тот же самый лендинг пейдж, но с другим УТП. Пожалуйста. Это очень круто. Ну, здесь, конечно, тоже такая схема будет работать, но давайте посмотрим основные минусы, если уж совсем подытожить, сайта, например. Сайт хороший для крупных компаний, у которых есть деньги и у которых есть время. У вас нет времени зачастую делать, поэтому время – это основной показатель, который показывает, что лендинг-пейдж будут жить дальше. И то же самое, кстати, с ретаргетом ремаркетингом, который я вообще даже разговаривать не хочу и объяснять, почему он работает. Если вы не понимаете, вам пиздец. То же самое. Деньги. Деньги можно что тут потратить. Нельзя забывать, что большую часть денег, кстати, вы тратите не на создание лендинг-пейджа, не на создание контекстной рекламы, как многие думают, кто приходит, например, к нам тратить там 100 тысяч на создание лендинг-пейджа. Это не так. Вы основные деньги будете тратить на рекламу. Все равно. То есть вы тратите 50 тысяч в месяц, 60 тысяч в месяц, 150 тысяч в месяц в контекстную рекламу. Вот. Здесь вы тратите деньги на SEO, тратите деньги на страницы, на разработку, на доработку. Здесь вы не тратите на это время. На это уходит минимальное количество времени. Что очень важно, я считаю. Ну, наверное, это основные моменты, о которых я хотел сказать. Вот так вот получилось нарисовать довольно сложную схему. И я надеюсь, объясню, почему лендинги будут еще, ну, года два, наверное, 2.5-3. Точно очень крутым инструментом для продаж в интернете. Почему они могут уйти? Потому что могут прийти на смену инструменты, первое, более дешевые, где-то здесь они будут, вот, где я стою, и будут по времени создания, тестирования и так далее намного лучше. Ну, естественно, с покупной рекламой ничего не сравнится, и навряд ли что-то заменит ее, потому что она появляется повсеместно, она появляется и в Авито, и тому подобное. Это показатель того, что оно еще лет 10, покупная наша реклама, в таком виде и просуществует, и ничего в ней не поменяется. Так что будем смотреть. Могут, конечно, появиться какие-то инструменты, которые будут более дешевые и более быстрые. Ну, навряд ли. Я, конечно же, и сразу скажу, и конструкторы, и создание обычной лендинг-пейджи упирается, опять же, повторюсь, в те пункты, которые я говорил в самом начале. То есть, неважно, делаете вы их на конструкторе. Ну, это, конечно, важно, но важно уже с другой стороны. Для покупателя самое важное вот то, что я говорил в самом начале. Поэтому лендинг-пейджи, я думаю, еще года полтора, два, три, будут совершенствоваться, да, они будут обновляться, делаться лучше, появляться будут новые фишки и для них, и вообще какие-то и сервисы, и в самих лендингах что-то поменяется. Но чтобы кардинально что-то поменялось, навряд ли. Поэтому, если вы пока еще думаете, стоит ли разбираться, не стоит с лендинг-пейджами, да, стоит. Если нет лендинг-пейджей, стоит ли их делать, да, стоит. Конечно, лучше всего проконсультироваться у специалистов и узнать точно, сколько чего и как этот лендинг-пейдж ваш, или несколько лендингов, или 10 лендингов, даст ли результат, и какой вообще результат можно получить. Что ж, друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, смотрите мой блог на сайте mcontext.ru. Обязательно подписывайтесь на мои соцсети, на ВКонтакте, на Facebook,
ну, на Google+, естественно. И все, всем пока, хорошего вам дня.